На связи. Алло, Андрюха, привет. Привет. Что ты там, братик, живой? А что со мной будет? Не дождутся, блядь. Ага. Слышишь, брат, скажи, а что с работой в Донецке сейчас? Тяжко. Тяжко, да? Очень. Ясненько, ясненько. Работа, а там с работой как? Да, брат, такая лажа, я тебе говорю, тут тоже полный пи***ц в этой России. Да, мне говорит, я тебе говорю, я тебе приеду домой, я тебе расскажу, мы тут на такой гемор попали, что, я тебе говорю, вот эта акция, типа, беженцев, пусть они в рот за***ятся с нею. Да. Я тебе, Маш, подожди, с Украиной разговариваю. Я тебе серьезно говорю, брат, такая лажа. Я тебе говорю, вот это по новостям там типа чирикают, блядь, что нам по 800 рубасов тут платят, понял, короче, что нам тут жилье дали, короче, всю хуйню, понял? Угу. Все это, брат, лажа. Никто никому тут ничего не дает. Да? А вы далеко? В Москве сейчас, в самой. А, в самой? Ни себе, а что вы хотели? Вам в Москве? Нет, слышишь, да ну, блядь, слышишь, мы полгода на Урале, в Сибири, блядь, сидели. А. Мы в Москву вот приехали только как 2 недели. А что там на Урале, что плохо? Я тебе говорю, работы ни хера нет, выжить нереально. Ну, прикинь, там зарплаты 5600 на рубли, на гривны это, блядь, 1600. На Урале? Да. Нихуя себе. Я тебе, брат, странные такая вещи рассказывают. Брат, я тебе говорю, вот мы были Оренбург, короче, проехали, Екатеринбург, блядь, что там еще? Самара рядом. Все вот это, я тебе говорю, лажа. Тут, даже, слышишь, хули говорить, брат, сейчас в Москве делать нечего, тут работы нет. Так да что? Если есть, то зарплаты вообще лажные. И это. Тань, помолчи. А, слышишь, брат, еще вопрос тебе такой. Смотри, ага. Короче, эти же собаки забрали у нас паспорта, понял? Ага. И теперь у нас только удостоверение беженцев. Угу. Типа, если мы его сдаем, то типа нам тогда паспорта отдадут. Если мы, короче, их не сдаем, то, соответственно, мы безвыездно сидим в России.